Дорогі мої любі кохані, всім добрий ранок, всім привіт! Всім привіт! Фух, я сьогодні вдома. Вот это чудо. Пушистый. Красивое чудо. На улице сьогодні солнышко. Красота. Рада ветер. Но все равно. Да? Или на мене? Таке у мене чудо, таке гарненьке. Гарненьке таке, да? Сейчас будем пить чай. Да? Будем пить чай. Он сегодня целое утро летает, гоняет, в общем, вообще кошмар. Ему нравится погода сегодняшняя, да? Да. Еще надо срочно голову помыть, потому что надо помыть голову. Да, котяр? Мы сейчас его отпустим, посмотрим, что будет. Опа. И пошел красиво. Пошел. Давай. Опа. Побежал. Побежал кот. Слав. Как вы думаете, где мой кот? Смотрите на это. Просто посмотрите на это. Ты обнаглел, котяр. Пипец. Вы бачили эту красу? Подавите на нем. Красопечку. Давай, попозируй нам. Конечно. Ты красавчик. Красавчик. Всем привет. Сегодня встречный день. Я возвращаюсь домой. С учем. У меня очень большой коллапсик не был. Но что, но об этом потом. Вот. И короче. Да, я должна пошла. И получила посылку. Сейчас. Покажу. Нет, не мое. Строительство. Вот, какое-то строительство. И сегодня у нас очень много. Очень холодно. Уверена, что вы меня только что из-за ветра не слышали. Естественно, очень холодно. Я только что пока им нашла, так замерзла. Мешочек мой. Фух. Иду домой греться и пить чай. В общем, на улице 15 градусов. И вот так наше небо сейчас выглядит. Но, на самом деле, вот посмотрите по моим растениям. И это у нас тут еще вот так, ну, такая планировка построек, что обычно в нашей части нету не дождя, а ветра сильного. И так сильно, ну, на самом деле ветер очень сильный, особенно в каких-то местах, знаете, там, где вот как-то такой сквозняк, просто неимоверно. Теперь посмотрите, что творится с этой стороны моей квартиры. Да, у меня окна, кстати, выходят на разные стороны. Сюда. А с кухни во двор. Так вот, пока у меня греется чай, я решила с вами связаться и рассказать вам о том, что у меня сегодня произошло на учебе. В общем, я же учусь в польском университете. Да, я думаю, вы это знаете. И сегодня у меня были польские пары. Я называю их польскими парами, потому что я еще учусь в киевском техникуме. Колледж, да. Вот. И, в общем, у меня должны были быть пары. Я их ждала, приехала на них как хороший студент. Вот. Ну что вы думаете? У меня должна была быть две пары. Первая пара. И я пришла. У нас была на... Кажется, на 2:30, да? Ой. Я сейчас тут клацаю на телефоне. Вот, на 2:30. Я пришла. Я одна. То есть, ну, студентов нету моих. Я думаю, ну, они у меня постоянно опаздывают, думают, ладно. Проходит 20 минут, никого нету. Обычно нам сразу, ну, должны позвонить, и у нас должна начаться пара. Но нет, учитель тоже не звонит. То есть, я такая, что за ерунда? Потом пришла еще одна моя одноклассница, одногруппница, вот.
Мы же с ними сидели. В общем, за целую пару нам учитель так и не набрал, то есть пары так у нас и не было. Мы ему уже написали о том, что у нас сейчас как бы пара, у нас она будет или нет. Но, в общем, реакции никакой. И потом с ним же у нас должна была быть еще одна пара. Но, как вы понимаете, ее тоже не было. И я уехала домой. В общем, просто я 2 часа зря просидела в этом техникуме. Вот, серьезно. Выключи телевизор. В общем, это очень печально, обидно и досадно на самом деле, потому что я сначала чуть меньше часа ждала эту пару, как у меня в техникуме раньше закончились. И да. В общем, вы поняли мою беду сегодняшнюю. Заварю себе чай. Надо выкинуть. Это вообще сегодня бардак на кухне, потому что, блин, и мусор надо выловить. Я утром немножко не успевала, с временем потерялась. Вот. Кстати, я чай пью с сахаром. Особенно вот этот тесс. Если вам интересно. Сейчас я пью вот этот чай. Так что всем, кто пьет чай, приятного аппетита, буду греться, потому что руки очень сильно замерзли. Приятного аппетита! Немножко вам покажу. Я себе жарю картошечку на обед. Хотя уже сколько? Уже 7 часов. У меня картошка с мясом тушится. Сейчас она пока сейчас бурлит, да. Но она будет тушиться скоро. Да. И я кушаю супчик. И первая маленькая партия жареной картошечки. Супчик. Даже не знаю, как его назвать. Мясной! В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Смотрю, там 1+1. Ну, в общем, да. В общем, я тут разобрала свою посылочку, которую я вам показывала, что я сегодня отдала. Прям так. Наверное, покажу. Вот она. А если хотите узнать подробнее, смотрите другое видео. Оно будет скоро на канале. Надеюсь. Если мне хватит на все и сразу. Мне так нравится этот фон. Я вообще, кто не знал, я очень люблю салат под цвет. Да. Вот все. Я, в общем, тут учусь немножко. Французский. Да. Я хочу с вами уже попрощаться, потому что сейчас ложиться, забрить это все и параллельно пытаться монтировать влог. Кушаем сейчас это чудо, которое, как всегда, экономится недостаточно. Грызет мой провод. Зарядный. Сейчас. Тома, расскажи всем, что ты делаешь. Смотрите на это. Это на мою морду. Что ты делаешь, Тёма? Тёма улёгся посредине кровати. И играть. Нет. Это мой провод. Нити. Красная, потому что мы в изоленте. Ты можешь посмотреть. Что, вот это нормально? Это нормально? То, что он так грызет. Она вообще никогда меня не грызет, правда, теперь? Но-но-но. Но-но-но. Вот, так что. Так. Тёма, тебе скрывается скрытая камера. Все видно. Но-но-но. В общем, вот так проходит наш вечер. Я буду учиться. Надеюсь, у меня все получится. Так что я вас всех очень сильно люблю. Желаю вам спокойной ночи. До завтра. Невыразимый повод.
понял меня? Тебя все просят, не грызи провод.